Запутанный путь казался непреодолимым. Свет бесчисленных звезд вел Феникс вперед. Ящики тоже умирают. Путешествуя по царству мертвых, Феникс не могла не думать о матери с отцом. Как они там, в Аргусе? Удалось ли им уцелеть? И Феникс, скучно. Конечно... Появилось чудовище! Гигант!
гигантское, но Феникс лишь рассмеялся. Иди к мамочке! Не, ты что, хочешь потанцевать? Миленькое, игривое чудовище. Вот что ей нужно было, чтобы отвлечься от забот. И в глубине ее большого, ранимого сердца будет теплиться благодарность олимпийцам за этот дар. Ладно, будь по-твоему, только без соплей. Феникс приготовилась к схватке. Чудовище напало. Тебя не боюсь! Ого! Когда вор говорил о сосуде Иола, я думала, бог ветров нарисован снаружи, а не заперт внутри. Неужто там внутри ветер? Это невозможно!